14-й съезд Народного собрания, или скорее митинг значительной части грузинской оппозиции перед парламентом на проспекте Руставели, для наблюдателей, политиков и граждан Грузии был интересен по большей части количеством пришедших. Оппозиция угрожала несколькими десятками тысяч, представители власти отмахивались, говоря о максимум 5000 митингующих. В итоге перед зданием парламента собралось около 10 тысяч или чуть более митингующих, что, разумеется, не могло не разочаровать сторонников оппозиции. Оппозиция сразу же перекрыла проспект Руставели, и в этом ей никто не мешал. Цифра оппозиционеров скорее показала, что сейчас в стране нет реально опасной для властей популярной оппозиционной силы. Нынешняя власть не позволила нам провести съезд Народного собрания ни во дворце спорта, ни на стадионе, поэтому мы вынуждены проводить его здесь, на улице. Понятно желание власти не допустить съезда, но мы им этого не позволили и пришли сюда. Народное собрание проголосовало за вотум недоверия властям Грузии. Власти сразу же заявили о несерьезности такого шага. Мы вышли на улицу по многим причинам, по политическим, международным, социальным. У всех присутствующих надежда на то, что мы сможем что-то изменить. Большая надежда. С сегодняшнего дня мы должны показать власти образец стойкости, неповиновения и коллективного протеста. Думаю, это очень нужный шаг, когда мы говорим с президентом от имени Народного собрания. Лично я готова к борьбе до конца. Поймите, мы здесь, чтобы показать свою силу. Я категорически против каких-то радикальных мер сегодня. Этого хочет Саакашвили. Мы не пойдем на провокацию этого сумасшедшего, он только и ждет того, чтобы оппозиция попыталась войти в парламент. Когда было объявлено о завершении акции, многие присутствующие не скрывали разочарования. Люди спрашивали, зачем нас привели сюда, многие освистывали лидеров оппозиции. Okay.